спортсмен профессиональный, я же много езжу, участвую в соревнованиях, чтобы как-то делиться опытом. Приходится работать тренером, потому что не все же дети могут поехать за границу. По ходу дела рассказываешь, что и как хотите. В первой лодке, вот получается, у нас Луч, Оптимист и Конрад. Вот перевернутая яхта, это Конрад. Гидрокостюмы. Опять же, это все покупают родители. Благо, что родители нас это понимают и, как бы, не знаю, нормально, лояльно к этому относятся. Как было на Второй мировой, так и осталось. И с закупкой лодок у нас сейчас хотят вот это все перестроить, потому что это очень старое, древнее. Мы, ну, денег нам ничего не надо, если хотите помочь, постройте детям раздевалки, потому что вот это у них считается как раздевалки. За наши зарплаты, то, что нам здесь платят, можно сказать, мы эти, как волонтеры. Саныч, натяжечку. Давай я стрелочку чуть-чуть туда еще. Иди нормально, натяжечку сделай. Мне 14. В Сингапуре, в Катаре был. Из 50 я занял 33 место. А так, из 130 в Сингапуре занял 118. Let's go. Going to sail from Balotri to Shoponata. Ah, cool. And then we come back, and tomorrow I go to Karakol. And then from Karakol I drive on Monday back to Bishkek. Это где-то, ну, вот как раз 4 года назад я увидел прокат виндсерфинга. Такое. Вот первый раз я там в прокате взял снаряжение, попробовал и увидел, как по-настоящему ходят на серфинге. Ты хочешь научиться управлять? Мы уже умеем. Умеем. Давай. Раз, два, три. Ой, клёво, да? Ой. Просто... Ну, любимое дело. Если оно приносит еще и немножко финансов, почему бы не заниматься? Всю жизнь.